Торжественное открытие спортивной школы номер 2 прошло в поселке Ильском. Ранее комплекс принадлежал частному лицу. Его выкупили в муниципальную собственность и отремонтировали. Губернатор, конечно, сначала сказал, давайте построим новый. Мы построили новый, где здесь же в Ильском на стадионе, мой бюджетный спортивный зал. В феврале этого года мы его торжественно открыли. Но параллельно с этим все-таки поняли, что необходимость во втором объекте для муниципального района Северского района, для поселка Ильский, конечно, она существует и значительно. Выкупив этот объект в муниципальную собственность, мы закрыли поселок Ильский полностью объектами спорта. Это стало возможным благодаря реализации краевой программы развития физической культуры и спорта Краснодарского края. На условиях софинансирования выделено 32 миллиона рублей, из них 28 миллионов 800 тысяч – деньги из краевого бюджета. В спортивной школе заменили напольные покрытия, отделали стены, отремонтировали пищеблок и жилые комнаты, закупили спортивный инвентарь. В комплексе открыто 10 отделений по разным видам спорта – волейбол, футбол, регби, легкая атлетика, лапта, художественная гимнастика, настольный теннис, шахматы, самбо и бокс. На данный момент здесь тренируются более 800 детей. В обновленной спортивной школе можно проводить соревнования различных уровней. Для иногородних спортсменов предусмотрен полный цикл проживания, гостиничные номера, пункт питания, обустроен кабинет медицинской помощи. Теперь у юных спортсменов стало больше возможностей для развития, а дальше – новые вершины и достижения.